Поехали. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. И сегодня будет долгожданный ответ на вопрос от Лара Блэк. Она пишет: расскажи в следующем видео, как понять, нравишься ли ты парню, и как это понять, если парень очень чувствительный. По этому поводу могу сказать одно. У меня есть опыт очень-очень чувствительного, стеснительного парня, который просто от того, что он стесняется, боится и не может поверить в счастье, которое ему привалило в виде вас, он просто отгоняет вас. И даже он делает какие-то вещи наоборот, которые говорят, что вы не нравитесь ему. То есть он убегает, может быть, если вы в друзьях, в другую комнату. Да, он всячески никуда вас не зовет, не отвечает на ваши сообщения или отвечает не сразу, то есть вроде показывает полный-полный безинтерес к вам. И что я могу сказать, как это распознать? Кроме того, как почувствовать это женской интуицией, какими-то внимательностями, может быть, каким-то опытом уже женским, наверное, больше никак. Если у вас этого нет, то просто вы не распознаете, что вы нравитесь на самом деле человеку, и он просто вас боится и очень стесняется. Для этого нужно чувствовать, замечать какие-то мелкие детали, потому что так или иначе человек все равно, он нехотя, может быть, знаете, смотрит на вас, убирает быстро глаза, да, то есть он... Если вы проявляете инициативу, он не так уж прям отпирается, как бы, да, то есть, не знаю, но вот прям на уровне, наверное, интуитивно, прям вы понимаете, что он от вас без ума, и тогда можно напирать, и вы его добьетесь. Ну, знаете, у меня вот была ситуация такая, что парень, ну, как бы боялся, да, он чувствовал, что на самом деле такая девушка, как я, наверное, не... Он не для меня, да, и поэтому где-то чувствовал, что его сердце будет разбито. И, в принципе, он правильно все это чувствовал, да, то есть мне было как-то просто интересно завоевать человека, пока он отпирался, вот. А когда человек раскрылся, стало как-то неинтересно. Ну, это была моя молодость, был период такой в жизни. Поэтому прежде чем завоевывать такого стеснительного парня и давить на него, страхи какие-то, да, переламливать, подумайте, что вы можете все-таки дать человеку. Дадите вы ему любовь и трепет, и будете с ним все время, да, или... Потому что, как правило, эти парни неплохие, да, просто они очень ранимые. Прежде чем открывать сердце и лезть в душу такому человеку, нужно подумать, не разобьете ли вы ему сердце, потому что это может быть очень печально для человека, это травма. Я, конечно, не жалею о своих каких-то таких вещах, потому что я даю людям счастье, просто солнце с небес. Да, очень у меня такая позиция высокомерная, наверное. Но сейчас я этим не занимаюсь, у меня есть прекрасный мужчина, который раскрылся, и он ко мне в душу залез, я бы так сказала. Он ко мне в душу залез, я всячески отпиралась, и он меня раскрыл, и он со мной рядом. И, слава богу, карма предыдущая меня не преследует, чтобы я просто стала неинтересна человеку. Но вообще, тоже без причины вы неинтересной не станете, да? Для этого нужно что-то сделать, чтобы был интерес или не было интереса. В общем, развивайте интуицию. У меня есть видео об интуиции. Развивайте внимательность, чтобы заметить все эти вещи. Доверяйте своей интуиции, чтобы понять, что вы нравитесь парню. И если он очень стеснительный, подумайте причину, по которой он стеснительный, и подумайте, нужно ли вам это. Вот. Так что интуиция, еще раз интуиция. Просто стеснение у парней бывает настолько разное, что даже чувствуя, что ты ему нравишься, просто уже начинаешь сомневаться в том, что ты ему нравишься. Потому что такие дикобразы там бывают у ребят из-за стеснения и страха. Вот такие вот дела. Надеюсь, я ответила на вопрос. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки, если было интересно и полезно. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Так, стесняшку. Да, сейчас я стесняшку изображу.